Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находятся часы Samsung Galaxy Watch 5 Pro. И сейчас я покажу вам, как установить дополнительный циферблат на данные часы. Итак, для этого мы открываем приложение, далее нажимаем циферблат. И здесь мы теперь можем выбрать любую категорию и циферблат из любой категории. Здесь их огромное количество. Мы также можем нажать другие циферблаты, тут скачать приложение для циферблатов. Вот, и можем выбрать какой-нибудь циферблат, например, такой, или там еще что-то посмотреть, и установить таким образом циферблат. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.